Мы приняли очень хороший закон о мирных собраниях. Кто бы чего ни говорил, это серьезный шаг вперед в развитии демократии. Аналарда қоғам алдында өз жауапкершілігін терең сезіну керек. Кейбір көп балалы аналарымыз заңсыз ереуілге шығып, айқай-шу көтеріп, қоғамдық тәртіпті бұзуда. Никто не препятствует мирным собраниям, демонстрациям. Там все прописано. Даже разрешений, официальных разрешений не нужно получать. Я предупреждаю, что подобного рода действиям будет дана правовая оценка. Задача Генеральной прокуратуры продолжить разъяснение данного закона нашим гражданам, а задача всех правоохранительных органов поддерживать общественный порядок в соответствии с нашим законодательством. Партият болып жүрген адам, қалай біз экономикалық зомбылыққа ұшыратпаймыз баламызды. Солар үшін жүрміз, бағамыз, қағамыз, 3-4 жұмыс жасап, күндіз күндік, түнде пол жүріп біреудің. Сол бізге керек па?